сигаретой, опиши колечко. Спичкой на снегу поставишь точку. Что-то, что-то надо поберечь бы, а не бережем уж это точно. Что-то, что-то надо поберечь бы, а не бережем уж это точно. Ну что ты, Олежек, ну маленький что ты, лиловый зрачок настороженно жив, и на отражениях крошечных сосен мое отражение пугливо дрожит. На столе от лампочки круг, а за кругом в комнате мрак. В круге сразу видно, кто друг, кто во мраке, ясно, что враг. Ляхураль на тестокли, ракшанина это шемот, бейна их намухшамим, а в урью там лишь мор, мафтехотах бирахок, кто это тешани, тешани, вехая там шихи лишток, коль забишвили. Лехпат, лехпат, а шахне аквар это цми, шехаколь кейлю хлят, шехаколь гонев горали, от лосомехет алгоралот, а схамафтехот из реки, лахалонелла и хаво, вехает шутки. Мафтехотах бирахок, כתובת תשני, תשני, וחיית המשיכי לשתוק, כל זה בשבילי. Я много думал вообще об этом, о том, что чувствует человек, за которым наглухо, напрочь, на все болты, да герметично запираются эти двери. Это я не любитель этих экспериментов, не сторонников. Я думаю, что двери должны быть открыты. Я понимаю состояние этого человека так. Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь, не разберу чью. И в последний раз пока здесь этот воздух, как вино, пью. А на мне земля вины нет. Я не худший у тебя сын, если клином на тебе свет, пусть я сам решу, что свет клин. Быть жестокой к сыновьям грех, если вправду ты для них мать. Первый снег, конечно, твой снег, но позволь мне и второй знать. А любовь к тебе, поверь, есть. Я из слякоти твоей рад. Но отрава для любви лесть, так зачем, скажи, ты пьешь яд? Ты во мне, как я в тебе, весь. Но не вскрикнет ни один шрам. То, что болью прозвенит здесь, клеветой прошелестит там. Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь неразберучую. И в последний раз пока здесь этот воздух, как вино, пью. Ленинград — это родина, если угодно, малая родина, хотя он большой город. Вот, и тут естественно, что он вне сравнений, вне конкуренции. Родители не умирают, они умирают родину, и все равно останется за скобками. Вот,
Россия не кончается, не начинается, не кончается Ленинградом. Россия гигантская, она и по масштабам гигантская, по амплитуде колебаний человеческих страстей, по культуре, ну, по всему. Россия необъятна, конечно же, страна необъятная. Вот. И, конечно, оказаться воспитанным на русской культуре, оказаться вне ее, не прочувствовать, что такое культура национальная, вот такая, как она есть на самом деле, до Петровска, это самое. Мне повезло, я сумел это почувствовать, мне помогли в этом, конечно, очень хорошие, замечательные люди. Этот город, вписанный в квадратик неба, как белый островок на синем, и странные углы косые. Жаль одно, что я там был тогда, как будто не был. Помнишь церковь, что легко сбежала на пригорок и улеглась на нем свободно, отбросив руку с колокольней, как лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Ветерок относит тени и друзей, и женщин. Что ж, разве это не прекрасно, что верить до конца опасно? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь? Две свечи в ногах, а сами станут в изголовье. Вот фотография прекрасна, и время над тобой невластно. Слава Богу, та с косою нас еще не ловит. Стены этих храмов по глаза укрыли землю, и добрые седые броди, и в желтых бородах улыбки. Неужели ты в ответ не хочешь улыбнуться? Камни нас в лицо узнают и запомнят, камни. Ну разве нам с тобой не ясно, что все устроено прекрасно? Лица их в морщинах, тяжкие дела их, помни. Так лежал бы человек, спокойно глядя в небо. Потом поэт, певец, известный в Советском Союзе. Выступали по всему Советскому Союзу. Радио, там пластинки, телевидение. Вдруг выезжаете. 30 секунд. Почему? Мне очень трудно, я же 2 часа об этом говорил, только что на концерте. Мне трудно ложиться в 30 секунд, потому что я хочу жить иначе, чем жил до сих пор. На 30 секунд ответ. Я еще 10 секунд займу. Я убежден, что в нашей стране понятия не имеют о норме человеческой жизни. Я хочу жить нормальной жизнью. Я убежден, что Израиль – это страна нормальная. Кроме того, это моя страна, третья. Я еврей, в конце концов. Не последнее дело.
Последний отчет вот перед уездом. Чего-нибудь жалко? Какие-то сомнения? Или вы уже все? Сомнений абсолютно никаких. Жалко очень многого. Прежде всего, жалко страну. Жалко страну, которая терпит нестерпимое. Знаете, мы разошлись с этим народом, к сожалению, это очевидно. Мы с ним разошлись. То, что он готов терпеть, я терпеть уже не готов. Вот это принципиально, это может быть самое главное. Понимаете, жалко, жалко, народ хороший. Антисемиты есть. На берегу Смоленки по нашим с тобой доходам подъемной была квартира, окнами на залив. Но нас припирало к стенке, выдавливая оттуда что-то во внешнем мире или же в нас самих. Уверен, если захочешь, вспомнятся и причины. Тем более столько было говорено и везде. Как мы объясняли прочим, как прочие нас учили, вот так вот и пишут вилы те самые по воде. Вооружившись всеми словами, что нам пропеты, а также, что мы пропели, и песню, как компас взят, из гнезд вылетали семи, роняя на землю беды, туда, где земля теплее, и где теплота в глазах. Без всякой натужной фальши мы грели в себе простое и ясное чувство дома, что ждет всех до одного. А что с нами было дальше, про это писать не стоит. Прекраснее ожидания не может быть ничего. Па-па-па-да-ба-па-па, па-па-па-да-ба-па-па, па-па-да-ба-па-да-ба-да, па-па-да-ба-па-па-па. А что с нами было дальше? Про это писать не стоит. Прекраснее ожидания не может быть ничего. Не может быть ничего, не может быть ничего. Женя, а если так получится, что вы не сможете петь? Ну, с языком не получится или жанр не привется. Что тогда? Тогда, Мирон, я вспомню, что я инженер. Стану к Кульману или к чему там полагается стать, к логарифмической линейке или к калькулятору. Ну, надо будет, так и научусь на компьютере что-то делать, может быть. Вот. И надеюсь этим способом прокормить своих троих маленьких детей и вырастить их до больших. На концерты, как будто в добрые времена, на нашей исторической родине. Вот. Кому ты даешь концерт? Кто просит, тому и даю. Сегодня я уезжаю на два концерта. Два дня, два концерта. Один у нас в Ротелите. Здесь, честно говоря, здесь мой бизнес. Кассеты. Я сделал сам дома, сидел, переписывал. Вот. И свои собственные песни продаю. Мои надежды на то, что здесь Ватиким бросятся на мои концерты и будут все носить на руках. Человек 20 готовы носить на руках, и человек 100 готовы прийти на концерт.
Ребят, на это жить нельзя. Так-с. Он его взял как Клячкина, просто под свое крылышко. Там дело другое, как к нему относились сотрудники, потому что несоответствие получилось. Во-первых, он спущенный им на голову человек мэром, а не через отдел кадров. Это начальники отделов никогда не любили и не любят. Они любят сами выбирать. И тут ему приказом дали человека. Потом они видели, что он занимается творчеством, что не всегда он отдается полностью благой работе на пользу Рамадганского муниципалитета. Были там и сучки, и задоринки, и большие бревна. Вот. И он-то тяжело переживал. Все неприятности на работе он переживал тяжело. Но я ему говорю: Жень, ты сидишь на двух стульях. Должен понимать, что они к тебе не все относятся благожелательно. Почему? Потому что они приходят на работу, отдаются полностью этой работе. Любят свою работу или привыкли к своей работе. Вот они... Став хозер, миды шана, бематкон, батуах. Больше не буду, нет. Мой друг Гена Гонтарь, это чудо совершенно человек. Запомните имя. Геннадий Гонтарь. Это прекрасный парень. Это ты попробуй доказать. Тем более, что не видите, говорят, люди совершенно разные, которые, в общем-то, не знают и нашей литературы, которые не знают наших приемов стихосложения, не знают наших приемов песенных, не знают, в чем заключается суть эффекта хотя бы того же Клячкина. Но у него поэзия обладает теми тонкостями, которые только на этом языке это возможно воспринять. Тем более со ссылками. Тем более, что на стихе, скажем, Бродского даже не есть. Это же не каждому дано не только на иврите, да и на русском-то не каждый Бродского может так ощутить, если бы Клячкина не было. Я даже могу сказать, что если бы не было Клячкина, Бродского бы не знали практически у нас. Так только элитарные круги. То, что Женя написал на стихе Бродского «Пилигримы», со самого Бродского-то подняла на такую высоту, сейчас станет интересоваться хотя бы, кто такой. Пилигримы. Мимо ресталищ капищ, мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы. Увечно они горбаты, голодны, полуодеты. Глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным, и значит не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит остались только иллюзия и дорога. Я отговаривал, честно говоря, я не хотел, чтобы он уезжал. Мне просто жалко, мы, во-первых, потеряли очень много вариантов. Жени выступал и выступал. Сейчас бы он в этот Израиль раз пять бы съездил. Так же, как вот этот Сережа Никитин, и как и Вадик Егоров. Но уже, а там-то он живет. Оттуда-то сложнее теперь было ему сюда приезжать. Все равно вы, Евгений Александрович, Евгений Клячкин, вы наш, много лет свой родной, хоть не во всем находили общий язык. Именно с вами было много разногласий, но это кажущаяся легкость и кажущийся расчет расплевался, объявил, ну а корни куда девать? Выросли все равно в этой культуре. А не надо никуда их девать. Так останешься в этой культуре, где бы ни жил. Самыми корнями. Осенний город погрузился в дым, и горожан как будто размело. Здесь не о чем и незачем двоим, мне одному
и пусто, и светло. Вот, кажется, знакомый поворот. Зачем я оказался за углом? Скрипи, калитка, крашеных ворот. И вот передо мной отчий дом. Я сквозь асфальт булыжник узнаю и дровяные склады над травой. Я поднимаю с комнату мою, твое лицо мерцает надо мной. Ах, ради Бога, просьба не вставать, не прерывать из-за меня дела. Скрипучая железная кровать, я точно помню, где она была. Ну, здравствуй, мама, что там наш буфет? Отец на фронте, в доме тишина. И печь, как лед, и хлеба тоже нет. Да-да, конечно, это все война. Ты плачешь, мама, младший сын седой. Ну что ж, плакать. Внучки в институт, лишь ты одна осталась молодой. Ну а для нас живых года идут. Я помню год и месяц, даже день. Твое лицо сухое, как пустынь. Из нас двоих остаться мог один. И этот выбор совершила ты. Я должен знать, свой провожая век, и черпая из твоего огня, что прожил эту жизнь как человек, и что тебе не стыдно за меня. Вы говорите, длинный разговор. Я понимаю, вам пора ко сну. Да-да, конечно, выходя во двор, я непременно эту дверь замкну. Вечерний город зажигает свет. Плакатный мальчик смотрит из окна. В моей руке любительский портрет. И год на нем, когда была война. По булыжной мостовой чиркают копыта, гром телеги на камнях, щелканье кнута. Здравствуй, улица моя, думала, забыта, нет, наскольких не бывал, лучше, но не так. Милый сердце уголок, знаменской и спасской, не под сенью добра, угол из камней. Если хоть чему-нибудь суждено остаться, то вот этому углу памяти моей на доме трещина. От верха до фундамента полсотни лет, а не сошлась, не разошлась. Он словно склеен этой трещиной намертво. Одна, как жизнь моя, с ним намертво срослась. Дядя Паша инвалид, где ты, дядя Паша? Риторический вопрос, умер ты давно. А вот Нинка расцвела, Нинка, мука наша, но не с нами собралась Ниночка в кино. Мы, конечно, мелкота, нам всего 12,
Нинка девочка тип-топ, ей 15 лет. И, конечно, нам за ней сроду не угнаться. Где ты, Ниночка, теперь? Нет тебя, как нет, на доме трещина. От верха до фундамента и окна в окна через трехметровый двор, замки, сарайчики. Куда уж там, и все венчает перекошенный забор. Мишка цыган был черняв, может, и не цыган, но считался хулиган и вообще шпана. Им пугали пацанов, он сквозь зубы цыкал, желтый фиксаю маня, жалко, что одна. Как хотелось нам за ним с девкой в черном платье под шифонный локоток взять ее скорей. Двор учил меня всему, не заметил, кстати, заодно открылось мне то, что я еврей. На доме трещина, от верха до фундамента наш двор не тот, и только трещина, все сдашь, и поднимают меня вверх ступеньки памяти на мой последний, на четвертый мой этаж. Ну а ты, как видишь, пункт, первый мой учитель, Верка булочница нас помнит и теперь. И диванчик не шумел, это вы учтите, и не пела поутру в коммуналке дверь. Вспоминать или забыть, в этом нет вопроса, сам себя не обойдешь, плохо ли, хорошо ли. И тем более потом все решилось просто, кончен двор, настала жизнь, прясь. И пошел на жизни трещины от верха до фундамента, как-то на доме и никак не зарастут, и мое семечко навеки в ней останется. Побеги всюду, корешочки только тут, побеги всюду, корешочки только тут. В многих песнях Клячкина, кроме главного лирического, дом с трещинами. Это дом на улице Рылеева, куда Женю принесли из роддома, откуда на фронт ушли его отец и старший брат, где во время блокады умерла его мать. А совсем рядом, на площади Восстания, уже детдомовец Женя Клячкин дал свой первый в жизни концерт. Пел он любимые довоенные песни. А это дом, в котором Женя прожил последние 2 года. Город Ариель в 30 километрах от Тель-Авива на контролируемых территориях. Жить здесь неспокойно. Зато это было собственное жилье после съемных квартир первых лет эмиграции. Я был уверен, что я... Это отказаться от всего, начать все сначала. В 10 понятно, в 20 возможно, в 30 очень трудно, а в 50? Это подвиг. Или безумие. Да нет, наверное. Меня так говорят. А что? На что ты рассчитывал? На что ты рассчитывал, рожая маленьких детей и перетаскивая их через кордон? О, это слово, кордон. Вот. Рассчитывал? Рассчитывал. На себя рассчитывал. Вот даже в стихе у меня как-то есть. Я на фортике катаюсь, от Смоленки вдалеке, свои песни петь пытаюсь на ивритском языке. Наблюдатели в сторонке смотрят, смахивая грусть, как по краешку воронки я на фортике кручусь. Я считаю, что это единственное разумное и совершенно естественное решение. Потому что Ленинград, Петербург, это моя родина. Здесь прошла, в сущности, вся моя жизнь, все мои друзья здесь. И если есть что-то на самом деле, что связывает меня с этим круглым шариком, так это именно вот этот город, по-настоящему.
Я здесь. Вот нет там, в Израиле, у вас такого ощущения, что вот этот от лампочки круг остался здесь, а вы вот там, вот за этой чертой? Нет, 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 это не так. От лампочки круг – это все-таки семья, дом, тот уют, к которому ты привык, который для тебя надежен и в котором ты уверен. Все остальное – темнота. Кстати, это в равной мере относится к любой жизни, но к жизни в эмиграции в первую очередь. Потому что действительно там много неизвестного, и язык другой, все другое. Ну, здесь вот, как говорится, проблема. Сегодня, может, к этому уже как-то мы выныриваем. Дай Бог, чтобы со здоровьем жены было все нормально. Она была, к сожалению, в автокатастрофе, в автоаварии. Вот. Ну, будем надеяться, что... От Хамсина до Хамсина, небо в серой паутине, ах, знакомая картина, в точности мой Ленинград. Апельсиновые рощи, дождь безжалостно полощет, нам бы что-нибудь попроще, я осинке был бы рад. Мчатся тучи, вьются тучи, да чего же стихли тучи, и никто не скажет лучше, будто здесь и жил поэт. Впрочем, так оно и было, ведь судьба нам подарила край мечты, где сердцу мило, а другой прописки нет. Хрустят ли под ногами листья яркие, как пламя, или шелест пальм над нами, или давит мерзлота? Всюду чудится другое, лучше, хуже, не такое. Всюду под твоей ногою лишь земля, но не мечта. У него был сольный 4-го года. Была сильная жара и большие волны на море. Женя пошел купаться, как он сказал, первый раз в этом году. В море у него неожиданно отказало сердце, на которое он никогда не жаловался. Случилось это на побережье, куда Женя приехал отдохнуть вместе со своими друзьями. Вы видите его последнюю фотографию. Врачи 40 минут боролись за его жизнь, но все усилия оказались напрасны. Знаменитых цыганочек Клячкина, среди которых были осенние, грустные, жестокие, закончился последней цыганочкой. Так назвал Женя свою последнюю песню. Похоронили поэта по иудейскому обряду на кладбище Ирко в пригороде Тель-Авива. Кроме поминальной молитвы... Страны не погода, не хочу выбирать на Васильевской остров, я вернусь умирать. Ему все время казалось, что его недооценили и там, и здесь. Я думаю, что и если ему так казалось, то это, то, наверное, у него его претензии были не зря, потому что он, безусловно, человек калибра, как поэт, как музыкант. Других, понимаю, что обманывает, и все равно поем. Ребята,
Что за замечательное свойство? Что за удивительное свойство? Верить тому, чего не веришь, и делать то, что кажется бессмысленным. Так, я хочется, мне хочется плакать и хочется выпить водки, потому что мы замечательные люди. Но нас, кого зову я мы, на самом деле так немного, и не для всех лежит дорога мимо долин, через холмы, и хоть в спасительный покой, срывая путы, рвется тело, но как бы тело не хотело, ему дороги нет такой. Ты не приговорен к забвенью и посмертной славе, но одинаковой отравой несчастный мозг твой напоен. Простись же, мой далекий брат, со всем, к чему ты так стремился, любви и славы не добился, и денег нет. Так будь же рад, так будь же рад, что не один такой явился ты на свете. Чем тяжелее, тем дальше светит твой гордый путь, мой господин. Встают холмы из новых лет, они не выглядят иначе, и та же самая задача — преодолеть и всех затей. Ведь как прекрасен путь окольный, а мы ползем туда, где больно, через себя, через детей. И в сущности все тот же путь, в любой стране мы выбираем и равномерно вымираем, не доползя куда-нибудь. В трех нотах музыка плывет, вполне охватывая тему, и выясняется, что телу достаточно этих нот, достаточно и этих нот.